надо 26 делать там сектор примерно. Ноль восемь, 28, 6. Вниз вправо дай. Я у земли иду вправо. Еще один там, двое. Плюс три. Як сейчас с тылом разминулся, 6 выше сзади мест развернулся на высоте. Так, ну по аэродрому сейчас 6, ай 8. Ай вот так вот. Бросил, бросил. Хера тут парад. Алле. Так, над артой бьют, да, кого-то с нулями? Да тут каша, капец, заварилась. Саму кашу не падай, посмотри по сторонам, тут еще носится фока туда-сюда. Ну вот он, наш вот его задымил. Сейчас я его буду убивать. Раз и ниже уходят, месяцев, точно в месяцев. А вот что-то я дымлю. Ниже нет, идут. Арты и сбросить бомбу. Так, 6 метров заходит в левом кусты. Ну, бля, как кого дергаете-то? На кого? Это, скорее всего, 81-й. Да, мне кажется, красного там дергает. С обычной их не было. А арта тут где? На берегу.
Она в виде землянок тоже, да? Да, 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 да. У меня уже топливо кончается, если кто будет бить, подходить. Так, вот. Бил. Так, это наш. Кажется. Это наш. Да, здесь уже все разнесли. Так. Есть, есть, есть. На меня заходил только что. Есть. Лапка. Шесть, смотрите. Да, 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 я вижу, вижу. Глубоко вошел. Ни хрена у него, блять, энергия. Сейчас будет падать, смотри, как это. И на меня заходит. Тут только бомба. Там помимо него никто еще не подошел? Да вроде нет. Ясно. Я потом потихоньку за ним иду. Кран маленький, я тоже за ним, блин, но он сейчас будет удирать. Да, да, он облака. Достало. Хорошо легло. Так, давай тогда я вернусь, там поглядываю, чтобы он не вынырнул. Я вернусь туда, посмотрю там. Нашу... Так я его уже потерял. А. Мы наблюдаем за работой профессионала. Вон он выпал из облаков, пошел ко все. Так, вижу его. Я над ним. Я над ним. Ай, стрял, сидячок. Если в облаках не спрячется, то это... Ему энергии не хватит. Но он уже вошел в облака. Не-не-не, смотри, один сейчас прямо на арту пикирует. Я за ним. Могу о ножке, ну, дать. Давай, а я одного волну. В облаках вижу, прятался он. Дринкинс, внимание, на тебя заход с их стороны, быстрый. Блять, куда это делся облачный? Красиво. Пока чисто. А по-моему, мест только что прошел. Вот сейчас пилят синего, Дринкин за ним потянулся, Ил. И восточнее ушел в облака. Мест. Вот сейчас до облаков так, дошел. Мест падает. Падает мест к вам. Внимание, кто по нулям пилит. Кстати, о аптечках.
Поджимали ли лавку? Так, проскочил. Лавку не делали, ничего? Ну, сделали тебе лавку. Просто, я думаю, может, попу подшаманили, ты лавку тоже? Нет. 6-6-6. Деха 6. А этого добьют. Ну, все, лавка, которая перед место, 6 снизу. Понял. Ну ничего написано, вот так вот ничего нет. Все у меня пока кончилось. Это парашютист. Даю. Так, я отхожу. И я тоже отхожу. Я ноль. Падение, Ил, падение. Попробуй его вправо чуть-чуть отвести, чтобы закрутиться может. Ты со стороны посмотри. Так, сейчас будет. Я его потерял уже. Меня атаковали. Подожди. Да, извините, я его крутил, да. Сайенс какой-то, блядь. Сука, сейчас собью, пускай жалуются. Как так? Отстреливает триммер тангажа, а у меня отключается управление. Ну, то есть полностью самолет по высоте неуправляемый. Ну так, фокус, блядь. Над нашей, да. Кто-то прилетел. 5 там человек. Вот дымит наш, да? Не знаю. Заход 6, атака. Так, по-моему, три синих. Так, подходит. 6-6-6. Посел, можешь бить его. О, бля, тоже ударился. Смотрю, что он уже падает. На дымного 6. В левом который.
О, бля, как он попал, хорошо. Пилот не попадал, потом 20 лет. Сразу пилота убил. Сказал, надо было сразу отвернуть, а я еще посмотрел. Ехал вправо. Дринкин 6 слева сзади, прям близко уже. Дринкинс, извиняюсь, та 110-ка нашу станцию атаковала. Я думал, это ты работаешь. А он не на связи, по-моему. Не на связи. Но он, если не на связи, то он слушает. Нет. Над нашей станцией куча малая. Какой, блядь, мудак тихой атакует? Это не свой, это, наверное, это... На 110-ку гонишь. Нет, там либо як, либо лак. От нашей станции я просто с севера захожу, он мне, сука, блядь, по правому мотору ебанул. Может, не в ТС, конечно. Ты видал танки? Танки они, блядь, атакуют с 4000, вот сейчас отбомбилось, я же сказал. Да? Да. Хенка была с 4. Я сказал, на 7-7, она вылетает, короче говоря, с этого. А 36-6 вот. Мельница. Аэродром Мельница. И оттуда они идут. Вон где? Нет, есть красная. Штука. Район, да, нет. Штука на пешку забыли. На пешку, да, я не успеваю здесь. Прошла, сейчас там. Ого, за мной трое. Пулеметиков тебе, сука, попали бы хоть раз. Тихо, я тут еще рядом. Давай. А дымится кто? Пока подавить. Я домой полетел. Я тоже отравлю. Сейчас у нас преимущество там. Так, Юма, тебя было, поэтому отбились. Так а чё ты его не сбил-то, раз за ним пошел? Я за ним не хотел, я вообще наверху. А, понял, извини. На подходе кого там плющат возле солдат?
Любители свободные, давайте кан-кан. Все, попал. Давай, пойду к танку. Блять, они еще на хуй бомбу цепляют, вот что плохо. Он им да, да. То есть ты ждешь бобра, а там хуй. Там, они что вообще броневики на... Танки скидают бомбами. Наверное, хорошо я фокус выучили, раз они летают куда-то. Да, там, наверное, вообще турку отодвинули и дрочили. Блин, заковыряются. А то день-два пена может сойдет. Пешка на 6 возвращающийся. Блять, опять фильм подключен. Что это такое вообще? Ну. Отгоняет 8 солдат. Он по нулям у кого-то заходит. Он где-то рядом, видишь, задел. И ушел. Да вон зены бьют. Далеко, вверх. Нет, он по нулям. И в западную сторону. В западную сторону. Сука, я взлетел. Он по нулям. 0,7. Да, вот. Нолям. Ты на пешке, да? И нет, я такая пешка. Вот тут пешка идет, и я иду. Говно пуля. Всем привет. 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 Кирилл, от тебя спасение ждем. Но мы уже все ФОК пробили, никак сбить их не можем. Что-то они какие-то же бетонные. Мы хотим проверить, цела получится. Сбил вчера. Да. Ну вот, видишь. Одну. А раньше, помнишь, романтизм был отлично. И германская промышленность на месте не стоит. Да, да, да. Жопу забетонировали. Гоняем. И главное, они все на них пересели. Что-то с ними не то. Даже попадания нету. Плющишь, плющишь. А пышек какой. Пышек даже нету. Так, синяк 0,708, 5 сектор, высота под облаками. Чуть западнее значение на ГМ. Вот компост это дело уже бомбили. Нет, на наших танках? Да, все на что да, с 50 нахуй будем. Отвесно кто-то падает наш, нет? Это подвесно. Там 250-ки. Одна вроде уже отработана. Новая. Засмотрелся. А танки на значке стоят у нас, да? Танки вынесли уже. Нет, я имею в виду наши. У нас 0,9 наши позиции атакованы, по-моему, в зените наши работали. Если истребители есть, проверьте. Я сейчас над ними пройду.
Какая же П-40-ая убогая машина? Два П-40-ых не могли один мессер сбить. Где сволочь она? Не заметил. Вон все две елки между елок. Зену почему не убрал на танках до сих пор? Между елок, где-то ближе к концу колонны, дальше от города. Вот я найти могу. Она не стреляет из колонны. А близненько, понятно, что... Все. У меня еще лед так не то, что хромает на котле. И в танк попал. Что, теперь подвозить прям по земле, что ли? Туда шесть, по-моему. У меня бомба, я возвращаюсь работать. Так что ты за ним сильно там не увлекайся. Можем на меня оттянуть. Не-не, ты наоборот ближе ко мне держись. Шесть, шесть, атака у тебя. Врезался в тебя, по-моему. Странно, в прошлый раз с бомбами упал и ничего, просто так шмякнулся. Этот раз без бомб взорвался весь. Мне опять хвост отрубили, только теперь уже истребитель. Чё у них за мания пошла?